Итак, прямо у выхода из моей гостиницы есть вот такая вот гора. Вот в такой вот горе есть вот такая вот пещера. И вот в такой вот пещере будет лежать вот такая вот бутылка. Нет. Вот такая бутылка. С вот такими $100. За $100 мчите в городок Сан-Педро-де-Атакама. В 3 километрах от него на северо-западе находится лодж Альто-Атакама. Став спиной к выходу из него, двигайтесь по дороге влево, 50 метров, пока не увидите углубление в горе. В ней и зарыто наше сокровище. Да, придется постараться. Фух.